За достижение в исследовании океанологических процессов в морях Российской Арктики, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути, Осадчееву Александру Александровичу, доктору физико-математических наук, ведущему научному сотруднику Института океанологии имени Шершова Российской академии наук. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, для меня сегодня большая честь стоять в этом зале и получать такую высокую награду. В современном мире научные исследования практически никогда не ведутся в одиночку, и награда, полученная мной, это признание не только моих заслуг, но и заслуг моих коллег, в первую очередь из Института океанологии, а также из других организаций, в команде с которыми я веду свои исследования. Также я хочу поблагодарить свою семью, родных и близких мне людей за ежедневную поддержку и помощь. Как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, могущество российское прирастать будет Сибирью и Северным океаном. Я очень рад и горд, что вношу свой вклад в развитие Российской Арктики и буду делать это и дальше с удвоенной энергией. Большое спасибо за возможность заниматься созидательным трудом на благо России.